ОКБ имени Яковлева и корпорации «Иркут» представляют новый учебно-боевой самолет Як-130. Самолет выиграл тендер, проведенный военно-воздушными силами России, и является основной частью перспективного учебно-тренировочного комплекса УТК «Як», заказанного ВВС Российской Федерации. Самолет предназначен для обучения и подготовки летного состава современных и перспективных боевых самолетов. Он необходим в летных училищах, центрах боевого применения и переучивания летного состава для подготовки экипажей на конкретный тип самолета. В строевых частях Як-130 может использоваться с целью поддержания навыков пилотирования и боевого применения для сохранения ресурса основного парка. Также планируется использование Як-130 в качестве легкого боевого самолета. Благодаря возможности подвески различных типов вооружения, Як-130 может быть использован для боевого применения по наземным и воздушным целям, в локальных войнах и вооруженных конфликтах малой интенсивности. Самолет Як-130 представляет собой двухместный моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и двумя турбореактивными двухконтурными двигателями. Развитые наплывы перед крылом, механизация крыла, компоновка оперения и воздухозаборников дают возможность устойчивого управляемого полета на углах атаки до 40 градусов. Большая тяговооруженность обеспечивает самолету высокие установившиеся маневренные перегрузки, прекрасные взлетные характеристики и скороподъемность. Аэродинамическая схема, характеристики силовой установки и систем самолета позволяют осуществлять полеты практически на всех режимах, свойственных современным и перспективным боевым самолетам. Благодаря превосходным летно-техническим характеристикам Як-130 способен выполнять все основные маневры боевых самолетов 4-го и 5-го поколений. Компоновка самолета и современная бортовая система контроля обеспечивает высокие показатели эксплуатационной технологичности и надежности Як-130. Ресурс самолета составляет 10 тысяч летных часов, что эквивалентно 20 тысячам посадок. Як-130 рассчитан на срок эксплуатации 30 лет. Наличие вспомогательной силовой установки с электрическим генератором, бортовая кислорододобывающая установка, практически безрасходная пневмосистема и развитая бортовая автоматическая система контроля состояния оборудования и систем обеспечивают возможность автономного базирования самолета. Закрывающиеся при движении по земле створками воздухозаборники двигателей, шасси с грязезащитным щитком на носовом колесе и высокие взлетно-посадочные характеристики обеспечивают возможность эксплуатации самолета с небольших, неподготовленных аэродромов. Репрограммируемая, полностью цифровая электродистанционная комплексная система управления выполняет также функции автоматического управления и активной системы безопасности полета. Она позволяет в учебных целях изменять характеристики устойчивости и управляемости в зависимости от типа имитируемого самолета. Возможность репрограммирования системы управления Як-130 позволяет подготовить летчика к самостоятельному вылету на основных российских и зарубежных истребителях 4-го и 5-го поколений, таких как Су-27 и Су-30, МиГ-29, F-15, F-16, F-18 и F-35, «Рафаль», «Мираж» и другие. На самолете Як-130 установлен полностью цифровой комплекс оборудования с дублированным вычислительным ядром и мультиплексными каналами информационного обмена. Обе кабины Як-130 оснащены электронной индикацией, построенной на трех жидкокристаллических дисплеях размером 6 на 8 дюймов, полностью заменяющие электромеханические приборы. В кабине курсанта установлен коллиматорный авиационный индикатор и нашлемная система целеуказания.
Комплекс бортового оборудования обеспечивает эффективное решение боевых задач и позволяет применять различные виды авиационного вооружения, в том числе и управляемое высокоточное оружие класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». 9 точек подвески позволяют самолету нести до 3 тонн полезной нагрузки. Управляемое и неуправляемое ракетное, бомбовое и пушечное вооружение. Подвесные топливные баки, контейнеры с системами наведения, разведывательной аппаратурой, средствами радиоэлектронного и инфракрасного противодействия. Первый летный прототип, самолет-демонстратор Як-130Д, был построен на опытном заводе ОКБ имени Яковлева в 1996 году. Як-130Д совершил более 400 полетов. В 1999 году он успешно прошел совместные летные испытания с участием специалистов и летчиков-испытателей ГЛИЦ ВВС. Подтвердив правильность выбранной концепции самолета, его аэродинамической схемы и облика основных систем. Первый полет самолета серийной конфигурации состоялся 30 апреля 2004 года. Серийное производство самолетов Як-130 развернуто на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». Возможно размещение дополнительного производства и осуществление широкой кооперации с другими серийными заводами корпорации «Иркут». Учебно-тренировочный комплекс на базе Як-130 позволяет провести полный цикл обучения летчика. Помимо самолета Як-130, в состав комплекса УТК «Як» входят учебные компьютерные классы, процедурные, пилотажные и специализированные тренажеры, а также поршневой учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки типа Як-52М или Як-152. Важной особенностью комплекса является единое методическое и программное обеспечение и единый центр управления учебным процессом. Создана система интегрированной логистической поддержки. Самолет Як-130 по основным техническим, эксплуатационным и экономическим характеристикам и по учебной эффективности значительно превосходит существующие зарубежные учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты, такие как Л-39, К-8, Альфа-Джет-Е, МБ-339, ХОК МК-60 и МК-100. Як-130 обладает значительным экспортным потенциалом, который определяется необходимостью замены парка самолетов по выработке ресурса и повышенными требованиями к уровню подготовки летного состава для самолетов 4-5 поколений. Самолет Як-130 отличают совершенная аэродинамическая схема, высокая тяговооруженность, большая полезная нагрузка и развитый комплекс бортового оборудования с открытой архитектурой. Самолет позволяет решить самый широкий круг задач. Концепция самолета Як-130 позволяет с минимальными доработками создать на его базе различные модификации. Легкий ударный самолет. Легкий многоцелевой самолет. Самолет-разведчик. Самолет-постановщик помех. Палубный учебно-тренировочный самолет. На Як-130 предусмотрена установка системы дозаправки топливом в полете.
Это позволит существенно расширить возможности обучения и боевого применения самолета. Открытость самолета к различным модификациям, а также сравнительно невысокая стоимость Як-130 делают его весьма привлекательным и для заказчиков, что подтверждается растущим интересом к самолету военно-воздушных сил ряда стран. Анализ экспортных возможностей Як-130 и состояние мирового парка учебно-тренировочных самолетов показывает, что потенциальный рынок сбыта может составлять более 1000 самолетов. Полета на углах атаки до 40 градусов. Большая тяга вооруженность обеспечивает самолету высокие установившиеся маневренные перегрузки, прекрасные взлетные характеристики и скороподъемность. Аэродинамическая схема, характеристики силовой установки и систем самолета позволяют осуществлять полеты практически на всех режимах, свойственных современным и перспективным боевым самолетам. Благодаря превосходным летно-техническим характеристикам Як-130 способен выполнять все основные маневры боевых самолетов 4-го и 5-го поколений. Компоновка самолета и современная бортовая система контроля обеспечивает высокие показатели эксплуатационной технологичности и надежности Як-130. Ресурс самолета составляет 10 тысяч летных часов, что эквивалентно 20 тысячам посадок. Як-130 рассчитан на срок эксплуатации 30 лет. Наличие вспомогательной силовой установки с электрическим генератором, бортовая кислорододобывающая установка, практически безрасходная пневмосистема и развитая бортовая автоматическая система контроля состояния оборудования и систем обеспечивают возможность автономного базирования самолета. Закрывающиеся при движении по земле створками воздухозаборники двигателей, шасси с грязезащитным щитком на носовом колесе и высокие взлетно-посадочные характеристики обеспечивают возможность эксплуатации самолета с небольших, неподготовленных аэродромов. Репрограммируемая, полностью цифровая электродистанционная комплексная система управления выполняет также функции автоматического управления . Первый летный прототип, самолет-демонстратор Як-130D, был построен на опытном заводе ОКБ имени Яковлева в 1996 году. Як-130D совершил более 400 полетов. В 1999 году он успешно прошел совместные летные испытания с участием специалистов и летчиков-испытателей ГЛИЦ ВВС, подтвердив правильность выбранной концепции самолета, его аэродинамической схемы и облика основных систем. Первый полет самолета серийной конфигурации состоялся 30 апреля 2004 года. Серийное производство самолетов Як-130 развернуто на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».
возможно размещение дополнительного производства и осуществление широкой кооперации с другими серийными заводами корпорации «Иркут». Учебно-тренировочный комплекс на базе Як-130 позволяет провести полный цикл обучения летчика. Помимо самолета Як-130, в состав комплекса УТК «Як» входят учебные компьютерные классы, процедурные, пилотажные и специализированные тренажеры, а также поршневой учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки типа Як-52М или Як-152. Важной особенностью комплекса является единое методическое и программное обеспечение и единый центр управления учебным процессом. Создана система интегрированной логистической поддержки. Самолет Як-130 по основным техническим, эксплуатационным и экономическим характеристикам и по учебной эффективности значительно превосходит существующие зарубежные учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты, такие как Л-39, К-8, Альфа-Джет-Е, МБ-339, ХОК-МК-60 и МК-100. Як-130 обладает значительным экспортным потенциалом, который определяется необходимостью замены парка самолетов по выработке ресурса и повышенными требованиями к уровню подготовки летного состава для самолетов 4-5 поколений. Самолет Як-130 отличают совершенная аэродинамическая схема, высокая тяговооруженность, большая полезная нагрузка и развитый комплекс бортового оборудования с открытой архитектурой. Самолет позволяет решить самый широкий круг задач. Концепция самолета Як-130 позволяет с минимальными доработками создать на его базе различные модификации. Легкий ударный самолет. Легкий многоцелевой самолет. Самолет-разведчик. Самолет-постановщик помех. Палубный учебно-тренировочный самолет. На Як-130 предусмотрена установка системы дозаправки топливом в полете. Это позволит существенно расширить возможности обучения и боевого применения самолета. Открытость самолета к различным модификациям, а также сравнительно невысокая стоимость Як-130 делают его весьма привлекательным и для заказчиков, что подтверждается растущим интересом и активной системы безопасности полета. Она позволяет в учебных целях изменять характеристики устойчивости и управляемости в зависимости от типа имитируемого самолета. Возможность репрограммирования системы управления Як-130 позволяет подготовить летчика к самостоятельному вылету на основных российских и зарубежных истребителях 4 и 5 поколений, таких как Су-27 и Су-30, МиГ-29, F-15, F-16, F-18 и F-35, «Рафаль», «Мираж» и другие. На самолете Як-130 установлен полностью цифровой комплекс оборудования с дублированным вычислительным ядром и мультиплексными каналами информационного обмена. Обе кабины Як-130 оснащены электронной индикацией, построенной на трех жидкокристаллических дисплеях размером 6 на 8 дюймов, полностью заменяющие электромеханические приборы. В кабине курсанта установлен коллиматорный авиационный индикатор и нашлемная система целеуказания. Комплекс бортового оборудования –
обеспечивает эффективное решение боевых задач и позволяет применять различные виды авиационного вооружения, в том числе и управляемое высокоточное оружие класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». 9 точек подвески позволяют самолету нести до 3 тонн полезной нагрузки. Управляемое и неуправляемое ракетное, бомбовое и пушечное вооружение. Подвесные топливные баки, контейнеры с системами наведения, разведывательной аппаратурой, средствами радиоэлектронного и инфракрасного противодействия. ОКБ имени Яковлева и корпорации «Иркут» представляют новый учебно-боевой самолет Як-130. Самолет выиграл тендер, проведенный военно-воздушными силами России, и является основной частью перспективного учебно-тренировочного комплекса УТК «Як», заказанного ВВС Российской Федерации. Самолет предназначен для обучения и подготовки летного состава современных и перспективных боевых самолетов. Он необходим в летных училищах, центрах боевого применения и переучивания летного состава для подготовки экипажей на конкретный тип самолета. В строевых частях Як-130 может использоваться с целью поддержания навыков пилотирования и боевого применения для сохранения ресурса основного парка. Также планируется использование Як-130 в качестве легкого боевого самолета. Благодаря возможности подвески различных типов вооружения, Як-130 может быть использован для боевого применения по наземным и воздушным целям, в локальных войнах и вооруженных конфликтах малой интенсивности. Самолет Як-130 представляет собой двухместный моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и двумя турбореактивными двухконтурными двигателями. Развитые наплывы перед крылом, механизация крыла, компоновка оперения и воздухозаборников дают возможность устойчивого управления.